уважаемые коллеги, приближается вторая четверть. В этой четверти мы планируем SORы заполнять не традиционно в Excel, а заполнять их через систему EduPage. Что это нам дает? Это нам дает возможность, дети будут видеть свои SORы, предстоящие SORы в приложении. Также увидеть SORы могут родители, если они будут зарегистрированы в нашей системе. Что, собственно, мы планируем сделать? Чтобы заполнить теперь SORы в системе EduPage, мы зайдем в нашу учетную запись. Я сейчас зашел как учитель, как предметник. Выбираем здесь обучение. В обучении события. Соответственно, отразится здесь наш календарь, в котором отражены все мероприятия, которые запланированы у нас в школе. Смотреть-то, конечно, неудобно. Мероприятий много. Давайте мы сразу отфильтруем и оставим то, что только нас и будет интересовать. Выберем типы событий. И я выберу здесь большой экзамен. Сейчас выбрался уже, да? Выберу большой экзамен и активировал через фильтр. Я вижу только то, что у меня запланировано 21 числа. Это SOR по всемирной истории в 9 и классе. Давайте я вам покажу, как это будет производиться. Выберу я 22 число. Нажму кнопочку плюсик. Выберу тип. Тип это у нас будет большой экзамен называться. Вот он у нас. Дам название. Дата, соответственно, остается у меня 22, и выбираем период. Здесь можно выбрать временной диапазон указать, да, но я выберу период. Период – это понимание этой системы, это как у нас традиционно уроки. Выберу период, выберу, соответственно, класс, который меня интересует. Так, у меня это будет 9C класс. Я вижу, что у меня в этот день в 9C классе есть урок по всемирной истории. Так, если не ошибаюсь, это у нас пятый урок. И у меня своя группа. Выберу я первую группу. Соответственно, увидят только учащиеся первой группы это. Выберу учителя выбирать здесь не обязательно, так как здесь нет звездочки. Обязательными для заполнения являются те пункты, где у нас есть звездочки, соответственно. Выберу предмет, всемирная история. И все, в принципе, нажимаем сохранить. Теперь дети 9 класса, первая группа у себя в приложении увидят, что у них в этот день запланирован SOR. Также это увидят у нас родители тоже, те, которые будут у нас зарегистрированы в системе.